Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, и канал «Это не диалоги о рыбалке». Сегодня также Виктор Костяныч и Марина Витальевна. Можно почаще. Короче, сегодня другим составом прем, почти под вечер. Прем искать хищника. Сегодня я вас сделаю. Витя, она говорит, что нас сегодня сделает. Это ей карта. Все, едем, не теряя времени. Есть. Кто-то прицепился. Щучка, небольшая щучка. Прям совсем небольшая. Оп. Кивошная. Пока доехали, сюда какой-то ветер подух. Стрёмный. Легкая блесна против ветра не летит. Сейчас съездим устье проверим, потом переедем в Курью. Нам надо сначала вообще в Курью ехать. Но к вечеру ветерок обещает, и потом здесь вообще не проверишь. Поэтому мы сначала сюда. Тут совсем все обмелело. Далеко-далеко вон мель идет. Петр Тюрин у нас сегодня садится на теплоход, вечером заселяется. Сегодня ему с самого утра, с 5 часов, помогает Людмила в Красноярске. Возит по магазинам, встречала в аэропорту. Звонят сегодня весь день. Сегодня у них закупки там какие-то, катаются. Вечером заселит его. Молодца! Заселит его на теплоход. А завтра он выплывет к нам. Так что, сорвалась? Витя, щуку тащи. Опа, у меня поклевка была. А что, у меня-то не клюет? Я одну маленькую поймал, килошную. Отпустил? Ну, конечно. Че, упустил? Нет. Тянет? Руки, мои руки. Че, такая большая, что ли? Разматывает у него. Фрикцион? Пойдем посмотрим, если успеем. О, подтягивает уже, я не успел. О, вижу, плещет. О, нифига, дельфинит. Видишь, а я только прошел, не было ничего. Ты на резину, Витя? Нифига ты там выключатель приготовила. Ее еще к берегу не подтянем. О, хорошая щука. Она не идет к берегу. Не идет. Блин, камера у меня упала. Куда? Ух. На, подержи мою. Давай. Да. Не идет. Давай, Витя, давай ее. О, кобылка, ничего. Давай подводи. Сейчас она еще на меня кинется. Все, устала. Придерживай, Витя, пошла еще. Так вы помогите, блин, выкиньте ее на меня. Сейчас, сейчас подтягивай ее. Вот,
все взяли. Хороша. Молодцом. Витя, ты счастлив? Да. Да. Че ты ее не охлобучиваешь-то? Что, я? Ну а что ты палку-то убрала? Вот вон она палка. У меня камера в руке. Капец, меня сегодня все сделали. Я еще ничего не понимаю. Бей ее быстрее. Не, ну слушай, я только тут прошел. Так ты же не кидал. Кидал. А мы видели, что нет. Вот она заглотила. И с краешку зацепилась. Да, смотри, как зацепила. Зацепила? Да. Ну-ка. Бегу, крокодилка. Вот зубы, о, зубы есть. Ой, налим целый торчит. А, точно. Вытягивайте щипцами его. Да кому все переварился, Кость? Так я вижу. Ужас. Налимчик, ага, был. Смотри, хорошая щучка, да? Ага. Ну, около пятерика, да, пятерик? Наверное, да. Молодец, Витя, первый трофей сегодня. Не зря я его приготовил. А, ты на этого, на крабика, на этого? Кальмарчика или кого там? Витя зацепился, надо идти отцеплять за корягу, что ли. Возле той коряги, видать, щуку и поймал. Блин, у меня тоже зацеп. Да, ледяная, блин. А? Да фиг его знает. Чё я его не надел? А вода теплая. Купаться можно. Горячая, кипяточек. Как вчера с отоплением, блин. Чё куда? На устье ехать надо. Там же как бегемот. Попробовать там. О, чей туфля? Вот ботинок лежит. Кто забыл ботинок? Вот лежит. Щуку кто заберет? На лимий хвост тоже забрать. У меня какая-то мелочь там прицепилась сразу прям. Да? Да? Сик! Блин, сорвался. Сик? Да, он у берега ушел. Я беру двойку. Прям на шлепке сразу взял. О, опять поклевка сига была. Стопудово. Смотри, это солнце прям через очки, через темные пробивает.
О-о-о! Вот кто-то шел за моей блесной прям. Волна шла сзади. Да ё-моё, кто там тыркает-то? Кто, резина? Может, рыбы просто еще нет, я тебе говорю. Может, рыбы просто нет, я его на блесну кидаю, тоже же нифига. Наверное. Где ты пришел ко мне? Че, мне от тебя убегать? Мошка какая-то термоядерная, даже мать ее не берет. Мошка отогрелась сегодня, да? Ты видала, сколько ее было, когда мы окуня там по трухану ловили. Дышать нечем было. На одном ручье так вообще капец. Мне приходилось часто-часто курить сигареты. Почему? Куришь, она улетает. Че делай? Улетает. А ко мне прилетает. Опа. Че? О! Как-то неприлично. Видишь? Чё, упустила? Да. Нет. Фрикцион у тебя не работает? Нет. Видишь, как стрёмно. Не поймёт. Кстати, это очень плохо. Скорее. И чё ты так стоять будешь? Да. Лови её, пока не отцепилась. У мамы там плетёнка, уже крокодилов таскать. Да? Да. Ты щипцы-то маме дай. Здесь отоварить. Надо палочку вырубить. Выручалочку. Давай. На что ты, на резину ее поймал? Нет. Да? Нет. Ящик надо было, ничего. Да пока, нет, на, зачем ножницы-то? Пока на песок кидай, потом помоем. Это не ножницы, я ее нисколько не убила. Так ты убей. Ты что, она так спрыгает? А чем убить-то? Палку какую-нибудь найди. Вон мама тащит, Витя. Взяли на рыбалку, теперь без рыбы останемся. А, сорвалась. Это я сглазил. Да.
Это он рвется из твоей ракеты? Да, как раз он батарея под на возврат только осталась. Вода упала, тут залавочек такой хороший был. Под ним щуки стояли. Тут после нас был кто-то. Следы вон свежие. Ох, сорвался. Окунь здоровый. Ага. Окунь. Но в этот раз нездоровый. В этот раз нездоровый, ага. Что, отпускать или брать будем? Берем. Окунь. Окунь. Да. Хороший. А потому что вы на резину рыбачите, не на ту. А, да? Да. Окунь. Ладно, поедем к речке. Сейчас там к закату рыба должна подходить. Попробуем там и домой, чтобы нам успеть не потемну вернуться. Сейчас я сложу тут все. Сложу там все. А я такую же отпустил сегодня. А зачем щипцы она с краю взяла? Отпускаю ее обратно. Пошли до топляка, потом обратно будем идти кидать. Ну вот и все, друзья. Семейная прогулка подошла к концу. Маленько порыбачили, чуть-чуть поймали. Я никого не съела. Как? Ну ты же щуку поймала. Одну. Ну а я вообще ни одной, маленькую только. Как ни одной, ты же поймал? Маленькую. А там? Два окуня, маленькую щуку здесь поймал. А, да? Все, Виктор сегодня отличился. С трофеем Виктор, да? Костяныч. Ну и всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, друзья. До свидания. Ты сам его научил. Да, Витюш? Угу.